Ой, всем здравствуйте. Побежали гулять. Гулять. Ой-ой-ой. Гули-гули. Лялюшка-девочка. И что лаем? Разве можно лаять? Бегусь. Нельзя пусто лаять. Бегусь. Буся и Вега. Просто так лаять нельзя. Хорошо, миленький? Вот молодцы. Вон Лялечка не лает. Шейхунчик тоже не лает. Молодцы. Бусь, тебе тоже лаять нельзя. Смотреть можно, а лаять нет. Ой, загородила я там все горшками. Не пройти ему. Не проверить. Да. А так любопытно подглядывать, да? Ну, бабочка-мотылечек летает. Давай. Буся, идем, я тебе уберу тут. Господи. Горшки тут установила, которые нужно уже убрать. О, улитка. Господи, ноябрь, улитка. Сейчас ее в печь, чтобы даже не размножались. Золу они совсем не любят. Туда ее. Да? Нечего этим улиткам тут доедать. Что осталось? Ай. Ой, бегунок ты, бегунок. Бусь, у тебя глаза сверкают. Я тебе там место освободила. Подглядывать. Тонечка, ты улитку потеряла. Смотрит, говорит, что там мать припрятала? Улитку. Они тебе на глазки так хорошо. Тьфу, прижились. Этот кустик тоже расцвел хорошо. Ноябрь месяц, по второму разу все пошло цвести. Вот этот тоже вроде бы, тьфу, они тебе на глазки прижились. Да? Малышня карандашня. Тут пока ничего не выкопали. А эти ползают там. Роза в рост пошла. Вот это вот. Прям вообще, видите? Прямо растет. Тут вот кое-что они вот запокостюшили, и оно не растет. Да? Ты вот участвовала в этом пакостничестве. Участвовала. Ты поймана была с поличным. Малышня. Нет, давайте сейчас мячики не будем кидать. Уже до завтра, до утра я вам насобирала им по участку мячей. Вот наша небольшая вечерняя прогулочка. А всем желаем хорошего настроения, хорошего вечера. Буся. Ой, эти тоже рванули. Что там Буся увидал, что там Буся услыхал? К забору. Ну, играют там все, да. Поэтому подглядеть надо. Не знаю, где щелку найти. Он бегает, носит. Все, проход мать сделала. Подглядывать ему надо. Ну, а всем хорошего вечера и прекрасного настроения.